Доброе утро, мальчишки. Афонь, доброе утро. Мам, доброе утро. Папе кофе не дали, да? Сейчас да. Муля редиски купила. Почем же редиска, мам? 40 рублей. Да, пучок 40 рублей, да? Угу. Все, теперь все пределы. Я пошла вещи гладить, да? Антоша, опухший, спал. Антоша еще спать хочет. Антоша, рассыпайся. А ты умываться не пробовал? Я умывался. Да, ты что? Что за картина такая? Да я знаю, он улегся. Давай тоже помогай одеваться, лежит король. Всё. На именинах. Да, трусики надо с собой брать. Всё, у меня кулай. Шортики ты хоть сам оденешь, Афонечка? Да. Так ты трусики не надо. Это в садик возьмешь. Это ж в садик брать, там в садике переоденешь, хорошо? Когда сейчас это не на надо одевать. Бегать. Одевай шортики. Мама, я сегодня они не будут надевать. Будут. Ну что они не будут? Они тоже или... Все будут. Только вы можете. Плохо пиво. А если еще раз... Не знаю. А, вот это мне шорты купили. Понятно. Так, зайка. А мама? А кепку? А трусики иди с тобой брать. Иди я тебе поправлю, зопа ты. Ты надо смотреться в зеркало, шо ты вот то, трусы видны, шорты перекручены. Мам, ага. Бери трусики свои. Все, Антон Сергеевич, поехали. Так, ну что, я теперь иду вязать. Позавтракала, салат поела, творог с малиной, со сметаной, с сахаром и кофе. Вот Григорий уже пошел рвать ягоды. Пойду посмотрю, что у него, как у него получается. Ему удалось сегодня задание нарвать смородину черную и крыжовник. Ну что ты тут, котик? Ну вот, видишь, как у тебя хорошо получается. Молодец, как раз с этой стороны и нужно, оно уже здесь поспело, видишь? Глянь, там целая вот такая прям палатка. Угу. Ну ветки, видишь, как нависли. И вот эту пообрываешь потом, ладно, веточку? Давай, и крыжовник. Крыжовник ты же знаешь, как рвать? Как? За вот так, за конец держишь. Пошли, я тебе покажу, как удобно. Бери эту миску, я тебе покажу. Вот крыжовник, смотри. Ты вот так вот веточку за край вот так поднимаешь, одной ручкой держишь, а другой обрываешь. Получается, да. Так. И все, видишь, веточки? И все ягодки у тебя на виду, видишь? И также любые веточки вот так поднимаешь, ладно? Крыжовник здесь и вот куст еще черный. Смотри. Ну, Сережа, наверное, же приедет, тоже будет обрывать, да? Наверное, да. В общем, Грише надо нарвать. Не, ну ты черный уже, дорви смородину. Я сейчас поставлю, чтобы мне там... Ну да, в общем, Грише мисочку крыжовника и мисочку черной смородинки, да, сынок? Ну, там, можно сказать, уже сделано, потому что там... Ну да, уже больше половины ты сделал, молодец. Давай, пока не жарко, тут весь облазишь у меня. Я там это сделаю. Ну давай. Компот поставила закатываться. Григорий здесь нарвал. Вот малину я выбирала. Гриша нарвал крыжовник и черную смородину. В душ воды. Сегодня даже можно будет в душе купаться. Вчера вот и сегодня такие прям жаркие дни. Гриша собрал сегодня 5 горьких перчиков, да? Гришуль, их тоже надо бы полить будет. Ну вечерком сейчас. Мама, знаешь что? А? Мы хотим на рынок сегодня съездить. Зая, какой рынок? Что ты будешь продавать? У нас есть этот салат же. Где? Замороженный. Замороженный? Так помнишь, я тебе сыр? Так мы его съели же на Афоне на день рождения в салате. Григорий, вот же еще, вот поли. Вот, смотри, ряд. Это у тебя что? Вот это огурцы, да? Вот, а вот это что, тыква? Вот опять огурцы, щавель, у меня огурцы. Вот кукуруза у нас уже какая-то. Да, кукуруза тоже хорошая. Ее бы тоже, Григорий, надо бы прополоть и в рядочку прорвать. Я вчера уже прополола, она так сильно большая трава, потом прорвала. Ну все равно уже надо. Будет видно, там трава она уже большая. Такая. Уже выросла. А, там уже будет, выросла. Там ее все равно уже будет. Главное одну траву не допускать. Так, ну давайте, сынуля, вон еще все в этом. Ну можно перчика чуть-чуть что продать. Гриша, давай поли. Ну перчинка 10. А у нас тут сейчас салат с яйцами, с редиской и с огурчиками. Да, Сережа все режет.
Гриша найсером-дайсером делает салатик. Ты яйца все? Да. Давай тогда Грише досточку отдаем. Убери пока редиску, Сереж, миску убери с редиской. Да, вот так вот. Все, отодвинь, Григорий, сюда. Давай. А ты будешь потом все мешать, да? Будешь салатик мешать? Я хочу яйцо сюда. Давай, Зоя будет тебе ложить яйцо, а ты будешь нажимать. Все равно потом продавится, сынок. Даже если чуть-чуть где-то не продавилось, хорошо? Раза по два раза. Она же другое, да, придется? Угу. Давай, Сереж, ты сейчас это доделывай, тогда Грише отдавай ту досточку, хорошо? А бери себе вот эту пустую. Вкусно? Потом яйца еще хочу. Так, давай, яйца, досточку, Сережа, ты ту отдавай с тем, что ты порезал. Сейчас Грише. Вер, может, ты потом просто наваришь яйца? Попробуй. Просто яйца наварить? Зачем? Ну, просто яйца, простых яиц. А, простых яиц. Ну, бабушка купила как раз сегодня домашние. Наварит вам. Все, пальцы, Зоя. Я сама. Ты сама пальчики убрала? Это чтобы мы будем поиграть в компьютер. Зарабатываем. Это не заработать, Сереж. Это чтобы ты сын. Это чтобы пальцы едать, да? Да, это чтобы было, чтобы покушать. Так, ну что, салат готов. Я сюда еще зелень добавила, укропа и петрушки. Немножко присолила майонез и сметану напополам, потому что слишком майонез, мне кажется, летом не очень. А вот сметана с майонезом очень даже неплохо и очень вкусно. Посмотрите, какой желтый. Это из-за домашних яичек. Ну что, у меня уже расцвела орхидейка. Я так рада вообще. Очень рада, беленькая, такая красивая. Здесь только бутончиков, еще второе раскрывается. Ой, как мне сейчас нравятся орхидеи. Я, если честно, не думала. Я думала, купишь орхидею, она вот цветет, то, что купил, да, покупные цветы, а потом нет. Получается, вот эта новая веточка, на ней вот бутончики, а вот на старой ветке она еще живая, но... Ничего на ней не появилось. Вот, а здесь есть. Поворачиваем ее обратно. Потому что, чтобы ей было хорошо. Все, Степа сейчас везет зелень домой. Они там дома ее расставляют по мискам и заливают водой. Вот. А я закатала комп. У меня здесь 4 баночки за... кутанных в одеяло. Вот, ассорти. Ура! Мы обедаем. Кашка яичневая у нас и мяско, которое я вчера тушила, курочка с томатом и со сметаной, томатной пастой. Вот, компотик, это еще вчерашний, холодный. И Гриша накрошил же салатик. Пап, бери. С редиской. Темнайсером, хердайсером. Его хорошо крошить. Так, ну что, вся семья в сборе, Григорий, правда, в своем домике. А тут все кушают. Доедаем мясо с кашкой. Мяско там еще бери себе. Салатик. А ты будешь кушать? Я сейчас сделаю йогурт. Йогурт у нас с творогом, опять с малинкой. Вот я сахара набрала и со сметаной. Что вы тут делаете? Ну что, деньги свои делаю. А, деньги даже делаете? Я один столик хочу. $6. А сдачи? Сдачи не будет, все ровно. Все ровно. А какой день заказываешь? Сегодня вечером. Да. Еще положу деньги только. Деньги. А какие там цифры, ты знаешь? Один.
Все по одному? Ну, там еще 6, 3. 20 еще есть долларов. Там еще там другие цифры. 12, там 2. Да, так все есть. Так, наша половина, да, уже вот бурячки какие выросли. Я поставила еще вариться компотик, еще одну партию с малиной, с черной смородиной, опять с крыжовником. Вот, наверное, две баночки закатаю, а две будет нам пить. Что один раз? Вера, знаете, так, Александра сюда только подкатите, хорошо? Александр был песенька. Может, он Пушкина может ставить? Да. Может, читать книжки будет, сказки, стихи Пушкина. Может, там сам знает. Афанасий, у тебя как дела, сынок? Ты кушаешь крыжовничек? Да. Вкусно? Гриша такой придумал челлендж, взять этот ягод и крыжовника, их сжать, добавить туда соли. Если кто выпьет до дна, то станет подчиняться 2 года. Он да. Сам так не сможет, он столько подчиняться. Ну, да. А сам скажет, я уже не хочу больше. Так, Афанасий Сергеевич, рассказывайте. Мама, плакал. Ты плакал? Где ты плакал? Плакал. В садике. А дома ты не плакал? Плакал. И дома плакал? А дома плакал. Плакал. Да? Плакал. Так, ну мама пошла малинку собирать, хорошо? А где малинка? Ну там же на огороде. Понятно. Пойду пособираю, а потом приду, хорошо? Да. Ночью. Все, папа тут сейчас придет. Мама сегодня щенка нового купила. Да ты что, какой породы? Ну не знаю, я еще даже она не говорила, просто щеночка. Какого ж цвета? Да она мне про него ничего не говорила. Сказала, маленький щеночек приехал. А, так ты еще его не видела? Нет, не видела. Да мама еще не приехала? Ну она сейчас только приехала. Угу. Не знаю. Может, она по мама приехала. Щенок, будем да? Мясо дрессировать? Она приехала. Сильный твой. У нас нету, у нас Рекс есть. А тебе надо щенка? Да. Зачем? А мне на день рождения тигренка. Мы же на велосипед. Мы же на велосипед договорились. А вот там тигренка. Смотрите, сколько яблок в этом году. Будет вообще тут полные ветки все набиты, забиты, налиты. Не знаю, как сказать, но в общем... Все усыпано яблоками. Мне кажется, они еще поопадают, но все равно много. Ты куда? Ну иди там, ты вот здесь покушай, а я там пойду соберу, хорошо? Ну бери, иди кушай. Я пошла собирать туда рядочек. Ты куда? Да. Ты со мной, что ли? Ты что, со мной? Ну давай, нам вот этот... А куда ты? Нет. Вот же наш рядочек. Вот этот сейчас рядочек нам нужно собрать один. Вот эту половинку мы вчера собрали. 900 кило получилось. Тетя Люба приехала, у нас купила ее. И вот этот теперь будем собирать. Афонька будет в ротик собирать, да? Вкусно? Мы меняем бочку на душе. Шило на мыло. Шило на мыло меняем. Так что мне делать? Снизу придави эту, которая... Туда лежит. Залезть? Нет, вот. А, ну, все. Ты туда идешь, шланга ага. Просто подержать. Папуля вот уже бочку поставил. Теперь нету кусочка трубы, да? Угу. Небо, гля, какое обалденное. Супер. Сейчас как раз тебе только небом любоваться, да? Да, папа тут вывалил целый ящик своих сокровищ. Ну что, у нас тут супер экстренные сборы. Я сейчас зашла в Инстаграм, пока варился компот. Я его даже не дозакатывала, потому что смотрю, а там в РВС, ну, в Инстаграм газеты РВС у нас местного значения. Ну, Динская, да, где такая новость. И там, что сегодня день молодежи в Динской, и огненное это фаер-шоу. И, в общем, мы решили поехать. Я даже компот не закипел, я его выключила, быстренько все переоделись. Сижу, я сейчас пошел быстренько обмоется, оденется и поедем, посмотрим, что это такое. В 9 или в 9.15 начало. Ну, может быть, немножко опоздаем. Все темно, ничего не видно. Темно!
Все, мы выехали. 21:00. Всегда куда хочешь, когда хочешь куда-то быстро, да? Тут бах! И такой тормоз пчел перевозят очень медленно. Ам-ам. Успеваем. 21:17. Мы уже въехали сейчас в Динскую. Приехали мы в Динскую. Получается, за 20 минут, да, мы доехали? Да, за 21 минуту. Вот Динск-Сити здесь. Я поздравляю. Не знаю, сейчас узнаем. Так, здесь пожарные. Пошлите. Иди сюда, Григорий. Я тоже ничего не знаю. Вон они, тетя, на сцене. Видно тебе? Оно просто сразу непонятно, что там, да? Да, вот в это кафе. Кафе? Я там уже был один раз, но креветки большие. Мне понравилось. Да. Выезжаем, в общем, здесь поет какая-то группа, называется Юла. Это я уже посмотрела по интернету, еще когда мы ехали. И у них какие-то такие кавер-версии разных песен перепетые. Ну, не дотягивает она. Ну, вот эту именно, да. Кукушку она не дотягивает. Голос у нее, конечно, не для нее, не для этого. Вот. Сейчас едем домой. Зашли в это Лаки, вьетнамскую кухню, но там... Блин, конечно, не вечером сидеть с детьми, обстановка там такая. Все темное, просто по интерьеру даже не... Там много дядечек и тетчек. В общем, как-то не очень нам обстановка. Вообще, вот что значит лето, вся Динская гуляет, да? Много столько народу. Да, и мы решили, в общем, приехать в это кафе Лайм в Красносельске, пиццерию. Да, вот это пусто. Соседнее здание. Тут кафе. Хотя тут даже больше, да, по-моему, помещений. Пошлите, там дверь только трудно открывается. Так. Все, мы все заказали. Тут даже кондиционер появился, да? А он не был. А в прошлый раз, когда мы приезжали, не было. Помнишь, жарко было? Не было, не было. Еще было все жарко. Его не было. Да. Так, ну что, что мы заказали? Картошку фри с сырным соусом. Чай. Нет, это соевый соус. Я себе роллы заказала. Пиццу заказали студенческую с сосисками. Но она же оказалась с солеными огурцами, да? А сосиски вы там нашли или мы еще не смотрели? Я еще не добралась. Есть. Смотри, вот китайские палочки. Вот это. Раз. Вкусно? Антош, тебе нравится? Горячее, только здесь все горячее. И картошка фри горячая, и пицца горячая. Ждем, пока остынет, да? Так, а мы ждем. Сейчас нам все завернут, что осталось. Пицца и картошка фри еще чуть-чуть осталось, да? Завтра будет нам на завтрак, да? А там надо
пицца, у которой на краешке вот так где треугольник сыграется огуречек, то поставит. Тебе? Выходим? Сейчас можно заснуть. Сейчас можно заснуть. Пошли. Кто там? Все светятся? Да. Тетя там убирает, да. Пошли. Что тут? Кремушки-то сюда. Не, а зачем их трогать? Глянь, они испугались. Мам, нас, да? Я хочу. Не надо. Какая упрыгивает. Упрыгивает. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well, I ain't.